все вообще за Александра Панайотова. Конечно, сложно назвать его прорывом года, но я так счастлив, что именно в этом году его многие открыли по-новому. При этом, мне кажется, что победит группа «Грибы». Ну и если они победят, конечно же, я станцую. Пусть теперь нас никто не найдет, мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Тогда, если победит не группа «Грибы», то мы станцуем восточный танец под песню «Зары» с фан-клубом Александра Панайотова. Под «Грибы» будем танцевать или что? Это бы если «Грибы» выиграли, вы бы станцевали. Несколько движений нам восточного танца, мастер-класс. В восточном танце самое главное – это взгляд. Чуть-чуть подальше. Спасибо.